Под наши аплодисменты от Николая Нарумова! Большой шума, друзья! Пасодобле, да? Ну это классический пасодобле от Коляна. Вот, им пользуйся на здоровье. Ну я не думаю, что все равно ты победишь. Но тем не менее, смотри, Коля. Итак, первое движение, которое ты должен использовать в своем пасодобле, называется дракончик. Покажи прием дракончик, Коля. О! Левый дракончик. Вот, а это с выпадом, это мощный вообще. Тебе лучше без выпада делать. У нас просто сцена тут хрупкая. Вот, короче, следующее движение, которое ты должен использовать в своем пасодобле, называется... Запоминай сам. Короче, следующее движение... Коля, не отвлекайся на него. Следующее... Если честно, меня сейчас воздухом выдавило даже. Поэтому лучше ничего не повторяй, стой пока ровно. Потом мы отойдем, будешь танцевать. Следующее движение называется шпажка. Коля, покажи всем шпажку. Вот, достал, проверил и проткнул. Проткнул всех. Вот так. Это такая энергетическая шпага. Спасибо, что сегодня в нос не попал. Следующее движение называется прачка. Прачка такая пришла на речку и начала полоскать. Такая полощет. Увидела морячка, с другой стороны морячок, и потеребила сосочки. Чуть-чуть. Вот. Сосочки обязательно. Следующее движение, которым нужно обязательно свой пасодобль финалить, называется движение гвоздик. Коля, яви всем гвоздик. Понял? Понял? Да, медленно, чтобы он вник. Смотри, космическую энергию собираем, пропускаем через все тело и... О! Не с такой шляпкой гвоздик, нормальный гвоздик просто. Соточка, хороший такой. Да, соточка, да, она пойдет. Ну что, встречайся, давай. Да. Все остальное еще твоя импровизация, музыка там длинная, танцуй сколько хочешь. Давай. Музыку! Коля, отойди, подальше, поберегись. Ну что, друзья, финальный бой! Thank you.
друзья, аплодисменты нашим спортсменам. Действительно, любой день жизни на насмерть, я думаю, да? А сейчас я предлагаю, будет честно, да, потому что, ну, судить такой бой невозможно, да? И определим победителя по аплодисментам. Да, я думаю, справедливо будет. Итак, боец красного угла, спортивный клуб «Ярополк», кстати, Илья Сергеевич, вот, Николай Наумов! Спасибо. И боец в синем углу Андрей Свиридов. И аплодирую, чтобы мне не попало просто. Андрюха! Друзья, ну что ж, единогласно, с маленьким отрывом, в этом спарринге победил Вован. Аплодисменты! Хочешь победить в боях и единоборствах? Организуй их! Здоровья, здоровья, еще раз здоровья, спасибо. Спасибо, друзья. Друзья, спасибо нашим друзьям. Андрей Свиридов, Николай Наумов, Владимир Селиванов.